такой вопрос, он может быть, я не знаю, ну может быть странный, но его задают все время. Его задают люди, пишут, знаете, обычно длинное-длинное письмо. Если я начну письма публиковать, которые мне пишут, это вообще будет, я не знаю даже с чем сравнить. Историю жизни там на 10 страницах, со всеми делами, вот подробно расписываю. Смысл, если коротенько сказать, сводится к тому, что людям фигово очень. Ну, совсем плохо. Ну, вот тут плохо, и там плохо, и здесь плохо. Ну, никакой жизни нет. Ну, правда. Вот, и ты понимаешь, что жизни нет. Больше того, как правило, понятно, что, окажись они тут, львиная доля этих проблем куда-то бы улетучилась. Потому что это проблемы, связанные действительно с местом. Не с тем, какой человек, а вот где он оказался в силу обстоятельств. Дальше они говорят, но... Денег у нас вообще нет. То есть у них не только нет денег там на билет на самолет, у них нет даже денег там, вот, я не знаю, на неделю запасов купить продовольственных, да, то есть он, ну просто нет. Вот в принципе что-то существует, ну или там, как в анекдоте сказать, ну так плохо. Ну, вот что-то есть такое. Может быть, они могут пройти интервью там на статус беженца, может быть, где-то у себя в стране. Так бывает? Так очень редко бывает, но никто их не останавливает обратиться в посольство и попросить статус беженца. Просто в практике это очень редко происходит, и в основном люди, которые проходят собеседование на статус беженца в своей стране, это обычно идет по беженскому воссоединению. И обычно это есть такая статья, называется «Латенберг-пароль». Это в основном для религиозных беженцев. Но если мы говорим о людях, которые, например, по национальному преследованию или по политическому преследованию едут, у них практически нет такого варианта. То есть люди, у которых нет совсем средств, пытаются найти какую-то работу заранее. Допустим, обещают им какую-то работу в Америке заранее, и они одалживают деньги. Есть организации благотворительные, которые в Америке существуют, да. И люди находят эти организации, типа спонсора, которые готовы дать им взаймы, скажем, деньги, суду какую-то, или купить им билет. А как найти такую организацию? Вот многие бы хотели. В основном в интернете люди находят эту информацию. Очень часто это религиозные заведения, которые этим занимаются. Например, церковь, может быть, синагога. Но чаще всего это церкви баптистские есть, которые такими делами занимаются. Всякие благотворительные организации, то есть это нужно искать в интернете. Нет такого списка, вот. Хотя был бы список, наверное, их бы тут же завалили, они перестали бы давать. Или, наверное, скажем, централизованного списка нет, но если поискать информацию в интернете, то я думаю, что можно найти такую организацию, которая готова помочь. То есть, как бы есть шанс всегда? Шанс, если есть желание, то шансы находятся, и можно всегда найти какие-то пути. Люди собирают деньги, иногда у себя в городе люди начинают собирать деньги, и как-то люди стараются им помочь. У нас есть такие клиенты некоторые, которые вот как-то умудрились собрать средства. Я помню, знаете, что вспомнил, пока вы говорили, когда я еще пацаном был, и вот тогда началась вот эта иммиграция, и тогда еще брали деньги за образование, если вы знаете, было такое время. Вы, наверное, сами еще маленькая, говорите, совсем. Вот, и 5000 рублей за высшее образование. Ну, и 5000 рублей были чудовищные деньги, это ни у кого не было. Это не знаю, кем надо было быть, чтобы иметь 5000 рублей. И я помню, что вот в Прибалтике, латыши, эстонцы, литовцы, они настолько вот не любили советскую власть, и настолько вот у них это все там, что они собирали деньги евреям, чтобы уехать. То есть они сами не могли, но просто вот сам прорыв. Знаете, когда из лагеря побег, то у всей зоны праздник. Вот. И вот зона, значит, скидывалась на то, чтобы там кто-то мог в побегу идти. Ну что же, хорошо, значит. У нас были в практике. Да. У нас были, и сейчас есть иногда клиенты, у которых реально нет средств, и которые просто умудряются из своей общины собрать деньги. Вот как люди собирают деньги там на какие-нибудь организации, там продают конфеты, а есть люди, которые все же находят добродетели в своей комьюнити, которые помогают им уехать.